Кто это? Кто это? Где это? Да где угодно. В Таллине, в Москве, в Ленинграде, в Тбилиси, в Баку, в Новосибирске, Горьком, во Владивостоке, в любом городе. Музыканты живут во всех городах. И во всех городах живут музыканты, любящие и играющие джаз. Любовь, пристрастие, род недуга. Точно такое же пристрастие, как у собирателей марок, старинных монет, собирателей старых автомобилей, собирателей в буквальном смысле этого слова. Ничего странного, что эти люди нашли друг друга и поняли друг друга. Куда они едут? Куда они спешат? Сами они называют это красивым, но малопонятным словом «jam session». А попросту говоря, они едут встретиться в какое-то условленное место, где джазовые музыканты играют друг для друга, для посвященных и для тех, кто жаждет их понять. Это может быть клуб, студенческий, заводской. Это может быть свободное фойе или сцена какого-нибудь театра. Им решительно все равно. Им важно собраться и играть. Профессионалы уважительно здесь к любителям. Любители не подобострастны к профессионалам, даже с консерваторским образованием, а здесь таких немало. На таких встречах совершенствуется искусство импровизации, чувство ансамбля, стиля. Здесь знакомятся с новыми композициями, здесь можно посоревноваться друг с другом, здесь всегда все неожиданно. Какая тема будет предложена? Кто подхватит ее и разобьет? Кто с кем будет играть? Нередко именно здесь обнаруживается свет новой звезды. Это традиционный джаз, джазовая классика, диксиленд. По неписанному закону, а может быть и по писанному, вначале тему играет весь ансамбль. А затем каждый музыкант получает возможность высказаться в импровизации на эту тему, чтобы в конце концов благополучно объединиться и сыграть тутти, то есть все вместе. Кстати, импровизация, экспромт должен быть честным, неподготовленным заранее. Перед вами московский диксиленд. Можно сказать, это ветераны нашего традиционного джаза, почитаемый обширной аудиторией любителей этого жанра и коллегами не только в музыке, но и в своих основных занятиях. 25 лет назад они встретились в студенческом самодеятельном оркестрике. Занятие любимым делом не помешало им преуспеть и в избранной профессии. Музейников, тромбонист, инженер. Всеволод Данилочкин, саксофонист, инженер, кандидат технических наук. Владислав Грачев, труба, руководитель,
руководит он не только ансамблем, но и лабораторией в одном из научно-исследовательских институтов. Борис Васильев, банджо. Михаил Атаманов, гитара и контрабас. Занимается электроникой в институте имени Курчатова. Валерий Буланов, ударная. Лауреат международных джазовых конкурсов в Варшаве и в Праге. Он физик. Михаил Ильич Куль, фортепиано. Инженер-механик, начальник лаборатории, лауреат Государственной премии СССР. Почти все они еще находят время преподавать в джазовой студии в одном из московских институтов. Разумеется, на общественных началах. Московский диксилент, многократный лауреат московских джазовых фестивалей и Ленинградского фестиваля традиционных джазовых ансамблей. Пожалуй, нигде, как в традиционной джазовой музыке, не проявился так сильно ностальгический интерес к моде, к стилю, увлечениям наших бабушек и дедушек в начале века. Может быть, не все наши бабушки и дедушки танцевали точно так же, как Татьяна Лейбель и Владимир Никольский, но, вероятно, как-то в этом роде. Ансамбль под руководством Игоря Бриля, известного пианиста и сочинителя джазовых композиций. Музыканты ансамбля – выпускники Московской консерватории, Института имени Гнесиных и музыкальных училищ Москвы. Ими завоевано звание лауреатов на фестивале «Тбилиси-78» и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване. We'll be right back.
Александр Брыскин, Конго, выпускник Московского музыкального училища. Алексей Набатов, тенор-саксофон, выпускник Московской консерватории, солист Московского симфонического оркестра. Александр Осейчук, альт-саксофон, аспирант Московской консерватории. Николай Батхин, труба, преподаватель джазового отделения училища имени Гнесиных. Виктор Вист, ударная, учащийся музыкального училища имени Гнесиных. Игорь Бриль, он закончил институт имени Гнесиных, руководитель ансамбля, художественный руководитель эстрадно-джазового отделения училища имени Гнесиных.
Этих молодых людей свел Государственный оркестр кинематографии, в котором они играют. Общность, пристрастие, понимание современного джаза создали этот квартет, эту великолепную четверку. Назарук. Пианист высокопрофессиональный, с основательной академической школой. Алексей Исплатовский, контрабас, признанный мастер среди джазовых исполнителей. Алексей Кузнецов, широко известный джазовый гитарист. Его импровизации изобретательны, стройны и виртуозны. Андрей Чернышов, ударный, самый молодой участник джаз-квартета, но, как видите, занимает в нем место по бесспорному праву. We'll be right back.
непредвиденные обстоятельства, вынужденная остановка. Ну, кино без интриги, как вы знаете, не бывает. Джазовая композиция Игоря Бриля «Старый двор». Ансамбль «Аллегро» под руководством Николая Левиновского появился на джазовой сцене год назад на фестивале «Тбилиси-78». Появился и сразу добился признания и победы. Однако новичков тут нет. Имена участников широко известны любителям джаза. Пианист Николай Левиновский, саксофонист Владимир Коновальцев, барабанщик Виктор Епанешников встретились впервые в 1968 году. И с тех пор играют вместе. Позже к ним присоединились контрабасист Виктор Двоскин и Юрий Генбачев, играющий на конго. Как утверждают специалисты, этот ансамбль отличает высокое исполнительское мастерство, богатство тембровых красок, в их композициях звучат новые остроумные версии старых классических мелодий и темы, основанные на русской ладовой музыке. Thank you.
Давайте представим себе, что наши музыканты благополучно добрались до места условленной встречи. Хотя бы потому, что другого в кино представить себе невозможно. Раз выехали, значит, должны приехать. Вначале мы рассказывали, что им совершенно безразлично, где встречаться, лишь бы встретиться. Для того, чтобы это было легче понять, по всей видимости, вам нужно узнать следующее. Многие из этих музыкантов добровольно оставили вполне благополучные места в больших эстрадных оркестрах, выиграв только одно – они играют любимую музыку. Да, а танцы, которые вы сейчас видите, к джазу это прямого отношения не имеет. Вероятно, в кино так изображается нетерпение. Знаете, похоже. Не правда ли? Открывается встреча, этот самый джем-сэшн, традиционной негритянской пьесы. Слушайте Диксиленд и постарайтесь получить от него удовольствие. We'll be right back.
это, видимо, кульминационный момент в сюжете. Ну вот и прекрасно. А мы волновались. Однако так просто прийти к долгожданному финалу нельзя. По законам драматургии. В этом месте необходимо внесюжетное отвлечение. Впрочем, отвлечение приятное. Жестокое танго в исполнении уже знакомого нам дуэта. И сочинение это называется «Оркестр приехал».
внимание! Сейчас начнется то, ради чего здесь собрались настоящие люди джаза. Сейчас вы услышите то, что никогда не может повториться. Музыка будет рождаться сию минуту. При вас и для вас. Это истинная импровизация. Тему предложит Игорь Бриль. Подлинная увлеченность, одержимость музыкой достойны уважения. Любовь, пристрастие, род недуга.